Здравствуйте. Мы продолжаем работу в удаленном режиме и сегодня расскажем, как переживают этот период самоизоляции наиболее уязвимые категории наших граждан. Вы смотрите «Детали актуальные». С нами на связи по скайпу управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России по Республике Коми Роман Жалоба. Роман Иванович, здравствуйте. Добрый день. Одно из важнейших приоритетных направлений Фонда соцстрахования – это обеспечение людей с ограниченными возможностями техническими средствами реабилитации. Насколько эта функция сейчас актуальна и работает ли она? Ежегодно нами закупается для людей с инвалидностью в Республике Коми порядка 3 миллионов изделий на сумму свыше 210 миллионов рублей. На сегодняшний день с нами уже закуплено порядка 176 миллионов рублей, 6 тысяч изделий. Таким образом, на сегодняшний день мы считаем, что эта услуга очень актуальна. Мы работаем в штатном режиме, стараемся обеспечить каждого индивидуально. Угу. Говоря об этих средствах реабилитации, какие из них наиболее востребованы вот сейчас, в период пандемии? В период пандемии самое востребованное – это абсорбирующее белье. То есть подгузники, спецсредства при нарушении функции выделения, но ни в коем случае нельзя исключать такие средства реабилитации, как кресло-коляски, протезы, артезы, ортопедическая обувь. Это средства как повседневного, так и длительного использования. Мы обязаны эти граждан обеспечить. Угу. А повлиял ли этот период самоизоляции, период распространения коронавирусной инфекции на порядок предоставления услуг Фонда соцстрахования? Или все так же осталось? Порядок не изменился. У нас на сегодняшний день как действует, так и действует порядок заявительный. То есть гражданин должен подать заявление на получение госуслуг. Поскольку у нас сейчас период пандемии, то приоритетный способ получения услуги – это подача заявления через портал госуслуг. Для удобства граждан у нас на сайте размещен баннер, где, нажав на него, можно сразу провалиться на портал госуслуг и подать заявление. Кроме того, правительством Российской Федерации утвержден временный порядок продления индивидуальной программы реабилитации. Согласно данному порядку, программа реабилитации, период действия которой, срок действия, который истек с 1 марта по 1 октября, автоматически продлевается на полгода. Таким образом, людям с инвалидностью нет необходимости идти в учреждение медико-социальной экспертизы и продлевать действие программы реабилитации. Но заявление они должны подать. В том случае, если гражданин не имеет возможности подать заявление через портал, у нас на сегодняшний день действует соглашение с ОНФ. Волонтеры могут прийти и взять человека заявление и передать нам в региональное отделение. У нас есть также телефон горячей линии, где можно ознакомиться, куда можно позвонить и узнать всю интересующую информацию. Угу. Но это если мы говорим о порядке обращения за получением услуг. А порядок получения как-то изменился в связи с пандемией? Нет, но приоритет мы установили – это доставка на дом. Фонд направляет, в свою очередь, поставщикам технических средств реабилитации копии направлений на получение изделий. После этого поставщик связывается с гражданином и договаривается о времени поставки. При этом соблюдаются все требования безопасности. Нами проведена большая работа с нашими поставщиками, и наши поставщики обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Кроме того, они также соблюдают режим дистанции. В то же самое время на сегодняшний день есть возможность самостоятельной покупки изделия с последующей документацией. Порядок не изменился в этой части, но заявление также необходимо подать. Подать желательно через портал, либо через волонтера. Угу. Ну, мы прекрасно понимаем, что не все сферы жизнедеятельности нашего общества были готовы вот к этой ситуации, к этой пандемии. Наверняка фонд соцстрахования тоже с какими-то сложностями столкнулся. Какие проблемы показала вот эта вся ситуация? На сегодня какие проблемы? Проблема, в первую очередь, это задержка при заключении госконтрактов по позициям, которые содержат в себе импортные комплектующие. Поскольку границы закрыты, соответственно, у нас идет движение сроков поставки. Мы
имея возможность, продлеваем сроки действия этих контрактов и, в первую очередь, обеспечим всех граждан с инвалидностью. Есть еще одна очень большая проблема – это со стороны получателей наших денег. Люди зачастую боятся и просто не открывают дверь нашим же поставщикам. Поэтому мы стараемся работать в этой части индивидуально с каждым из них. Если у них возникают вопросы, они могут звонить нам на наш телефон горячей линии, либо поставщику. Но мы и поставщики постоянно связываемся с гражданами при получении этих денег. Угу. Ну и, наверное, завершающий вопрос. Нововведение этого года – это то, что теперь гражданин и фонд социального страхования работают напрямую в части больничных листов и обращений с ними. Очевидно, что их, наверное, стало больше. Вот это вы нам, наверное, сейчас расскажете. Либо граждане, учитывая вот такой режим самоизоляции, не оформляют больничные листы, а просто остаются вот в этом режиме. Либо их количество серьезно возросло. Количество, безусловно, возросло, но у нас действует 3 временных порядка на сегодняшний день. Действует. Это для граждан, вернувшихся из-за границы, оформляется электронный больничный. А также по гражданам, возраст которых достиг 65 лет и старше. Было 2 периода, за которые были назначены и выключены пособия. Это с 6 по 19 и с 20 по 30 апреля. Соответственно, у нас было очень много работы, но мы с этой работой справились, и граждане получили гарантированные им пособия. Угу. Общее количество больничных, конечно же, возросло. Но на сегодняшний день мы не можем пока проанализировать эту ситуацию и довести до широкого круга. Хорошо, Роман Иванович, спасибо большое за уделенное время. Уважаемые зрители, я тоже благодарю за внимание. Оставайтесь дома, оставайтесь с нами. До встречи в эфире.